Заходит Зоня сейчас будет, заходи Зоня. На, ебать, как красиво, хорошо. Блядь. Он взял пулемет. Я прям не знаю. А где потом, что-то блядь? Как-то у меня сегодня не играл. Bye-bye, Джон. Что нахуй? О, ты... хорош! О, блядь. Конечно, я начинаю стрелять и чик-чик-чик-чик-чик. Где патроны, блядь? Как я с автомата тоже. А патроны спиздили. Пират по-любому, когда я... Ну, пират прикольно убил, а просто... Лежит такой король, пфф, свои его сшибает всякие просто. Пираты, а потом, блядь, патроны попадают. Это думаешь, он нас ебал? Это пиздец. Это пиздец, я сейчас наблюдаю, это... Это такая угарная хуйня. У америкосов, маленький танчик, знаете, ездит? Тигр застрял. Этот, на этом, на мосту, танчик подъехал в упор, и они друг друга под, этот, штукают этими, пушками. Блядь, это вот, я это засниму, покажу просто, это такой угар просто, в упор его просто с пулемета расстреливают. А тот не может в него выстрелить, потому что танчик чуть ниже находится. Мимо. Так вот на. Ой, блядь, со всех сторон сука летит, пиздец, страшно нахуй. Ух, дайте им с вами поговорить. Ух. О, знаю, он уничтожил его! Маленький танчик уничтожил тигр! Я что-то как это вообще не знаю. А, ты не знаешь, да? Вот туда пойдем. Я не играл вообще в этом. Вот сюда, давай, на точку заходи ко мне. Со мной, быстрее, быстрее, Андрюх, Андрюх. Давай, забегай, забегай, блядь. Смотри спинку. Я просто это наблюдаю! Смотри спинку, выбегает и просто всаживает в Андрюху! Блять, нахуй было, господи, прости! Я говорю, блять, спину смотри, сука, он меня застрелил, нахуй! Андрюха, что за хуй там, блядь? Ой, блядь! Блядь, сука, это что? Это была дома! Я тут так не угорал! Пиздец, сука, блядь! Дима, долбоёб, нахуй, блядь! Капли надел. Так, лом подойдем. На спауне. Шли просто, они там скак был. Ебать! Нихуя себе! Вот это мне подогнал, Кэптон. На нахуй, прямо в пушку. Это Фауст. Fuck you. Fuck you. Стрельба. Скай, посмотри, открывай, закрой эту дверь. Танки едут по дороге, по центру. Bolt Action Rifles работают по одному единственному принципу. Ты просто открываешь и докладываешь по патрону вниз. Здравствуйте. А чё ты раньше не пришёл? Хватит. Ну, с 9 часов же. Да, я не знал. Ты чё, серьёзно? Или ты просто наркоман? Он наркоман. Топскин, сукин сын. О, пацана вижу. Попал. Ух ты ж, Олег, не попал я в штопского сукина сына. Фу, это было близко. А ты появился? Пока нет. А. 10 секунд. Блять, а ты райфлман сезон. Я подойду. Что это сейчас было?
Залезь, а потом... Ты не толкай ее, блядь! Я не предполагал, что она так толкается жестко. Вот и придется пикать. Ой-ой-ой, тут уже встречают! А, я пока... Блин... Он... Почему он пистолет берет и вот этот, он сам вот этот рычажочек нажать на пистолете, чтобы он мог стрелять. Если бы он сразу выхватывал и стрелял бы, то сейчас, может быть, и могло бы. Рычажочек у тебя в штанах, Коля. Рычажочек? Нет. У меня там в штанах нет рычажочка. У меня там рычаг. Нет, не рычаг, у меня там кран. Кран, блин. Там, там фар, обзор маленький. Да не, не, не про тебя, не. Там их двое сражаются. Блять, как он меня убил? Один бежит нашему спауну по крыдорочку. Блин, как он так? Там фронтовик только выполз, чтобы пострелять по нам, а я взрывчатку неудачно кинул. Граната! Что? Что? Какая граната? Сука! Ах он ж пидорас, он прям там за углом сидит. Забегаете в церковь, а он сразу слева, блядь. Слева? Окей. Да. Прям вот только в церковь, прям уже туда забегаешь, в зал. И он там сразу слева сидит, он дальним, далеко он слева сидит. Пошёл, сублин, скажи. О, заебись, 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 заебись. Вот это игра, вот это я понимаю. Шутся просто от души, блядь. Слушай, ну я на миду. Бежит тебе. Ага. Блядь, граната. Разумный, блядь. А я выжил, блядь. Просто одно удовольствие его резать. А, понятно, польская задница, крысетничек, как обычно. Центр пока чист относительно, если считать тех, кто стреляет. Там двое уже есть на центре. Граната. Да, с отличный выстрел, Олег. Он гранату отрывал. Ух ты, разум, ну, спасибо. Спасибо, чуваки. В окнах был. В окнах есть. Я просто лежу, не вызывал сену. Хорошо лежишь, мы сберем площадь, сейчас возьмем с тобой. Потерпи чуть-чуть. Взяли. Фушки. Молодцы. Теперь надо не отдавать площадь, надо чуть-чуть ДПДФ площадь. Сейчас все побегут на церковь, а мы с тобой не побежим, Олег. Угу. Меня поляк пристрелил. А, нет, картон. А, вон где поляк, блядь. Мне пушку вышибли. Черт, мне Олег, полежи еще на площади. Просто сейчас они ее могут... А? Набежали уже туда. Я понимаю, просто полежи на площади, нам надо его держать хоть как-то. Я бегу, я сейчас буду тоже на площади. Зачерчу, все остальные возьмут, мы с тобой просто подефаем немножко. Там не сесть. Блять. Так, я на площади. Ёбаная перезарядка. Сейчас меня закидают наружу. Долго с ним придется. Блять, меня кто-то убил. Фарси меня убило, не понял где. Она из церкви. Церкви это. Ребят, минута, блять. Они сейчас, если возьму площадь, это вообще без вариантов. Возьмите, черчу. Блять, хоть как-нибудь, сука. Я бегу обратно на площадь, пытаюсь ее держать. Давайте. Я на площади. Площадь наша, черч, 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 блядь. Так, на площади есть присутствие. Блядь. Блин, поляк сидит за этой, за штукой.